Вот она, Ривьера Эмилия-Романья. Эти камни сделали камнями, чтобы волны не были слишком высокими для пляжа. Вот такие вот спиаджи, это пляж. Здесь какие номера пляжей, потому что надо спускаться по лестнице. И некоторые хозяева пляжев не хотят, чтобы по их пляжу проходили. И просят, чтобы проходили сверху. До этого пляжа я прошла пешком все побережье, потому что была тень. А здесь какие-то капризные. У них прямо эта карта висит. Вот. Сейчас я пойду сверху немножко по улицам, где ходят машины. И сделаю сверху. Сделаю сверху видео моря. Сверху красивее море выглядит. Так как я все лето то в Лидо не ездила, то в Санта-Марина, то в Габичо-Маре Католика. Не очень-то люблю в это время быть на море, потому что там столько солнца, так жарко, кожа устает. Чуть-чуть к вечеру, когда солнышко немного сядет, пойду прогуливаться по набережной, слушать музыку волны, успокаивающую. Так, как еще поднимусь, потому что здесь много солнца, поднимусь еще наверх. Ветерочек сегодня. Сегодня ветерочек. Вот такие вот моря Адриатики рядом с Римини Ричоне. Вот она. Наши, по-моему, любят из постсоветских стран любят пролетать на эти моря, потому что недорого. Так вот, все организовано, все системато. Сейчас поднимемся еще выше, посмотрим. Здесь есть хорошие отели, я видела. Это у нас Габичо-Маре. Потом я завтра, наверное, пойду в сторону Католика, в зону. После канала начинается регион Эмилия-Романья. А здесь марки. Так как у нас опять поднялась вспышка коронавируса в Европе, все ходят, стараются ходить в масках. Вот здесь вот такие вот отели. Ай-яй-яй. Старость не в радость. Нелегко-то подниматься. О! Вот они, отели. Трехзвездочные, четырехзвездочные, апартаменты, которые сдаются. Весной здесь хорошо гулять, много солнца весною. Вон, это вот 60-х, 70-х годов, все палацы. Вот этот вот отель вроде ничего такой, более-менее модерно. Так, сейчас я отсюда сделаю, видите, он четырехзвездочный, по-моему, он единственный здесь четырехзвездочный. Сейчас я вам сделаю вид с их террасы, заодно выпью кофе, чтобы у меня был такой ветер, чтобы у меня была энергия. Да, я помню, здесь весною, где-то в апреле, я приезжала и сидела здесь, пила кофе. У меня даже фото есть на этой террасе. Ветерочек сегодня, слава Богу.
А то такая жара везде была, 35 градусов. А здесь вот дикий пляж. Видите, маленький кусок земли для тех, кто не хочет покупать зонтики и шезлонги. Ну, в принципе, я смотрю, вода не такая уж и грязная, не темная. Вон они еще эти, которые занимаются лодочками. Серфинг, или как называется, падают все. Или они так это не падают, они, видимо, так это при это, что ли, припарковываются, должны падать, когда подходят к берегу. Да, наверное, потому что все упали. Вы смотрите, сколько лодок сегодня. Я сейчас еще выше поднимусь и сделаю видео. Ой, еще выше. Как он называется? Всем здоровья! Всем здоровья и фортуны, чтобы быстрее карантин закончился, но, к сожалению, все больше и больше заражений. Не знаю, чем это закончится. Надеюсь, не будет обратно локдаун. В Италии феста. Все на каникулах, все в отпуске. В городах почти никого не осталось. Пусто. Открыты все музеи в городах, в столицах. Но так как туристов нету, иностранцев, мало кто, наверное, ходит в музеи. Вот, а здесь начинаются холмы такие. Холмы, холмы. С лесами. Вот я думаю, что вот этот отель очень такой даже приличный. Не знаю, насколько дорогой, но чувствуется, что он приличный. Вот сейчас начнутся дикие холмы, которые я люблю. Более прохладно там. Вот вам и паркеджо, паркинг. Всем желаю здоровья и фортуны.